Заранее я извиняюсь за звук. Сегодня очень ветреный день. Трактор Кейс не успевает отготовить почву. И очень поздно обрабатываем почву, так что один МТЗ рискует 952, а 802 МТЗ культивирует. Пропустили момент обработки. Сейчас придется пожертвовать влагой, потому что при такой обработке потеряем много влаги. Дискатор сильно заглублен, и культиватор потом проезжает. После дискатора и уже такой после культиватора. Да, видно ли вам разница или
так выглядит только культивация. А здесь уже дискование. Около предшественных здесь вертикаль. Но по этим причинам мы не можем только культивировать. Потому что он после культивации сразу начнет зарастать обратно. Вот видите, какие вентиляторы поставили нам. Такое ощущение, что я сейчас в Германии где-то. А когда ты видишь несколько тракторов в МТЗ по полю, которому больше 100 гектар, ты понимаешь, что находишься в каких-то из странах СНГ. Сегодня это последние борозды, потому что уже темнеет и до базы еще много идти. Так что на этом я с вами прощаюсь. До скорых встреч!